помогаем, спасаем наших клиентов, которые буквально вчера приходили к нам по поводу убежища по направлению религии. Это свидетели Иеговы. Я приехал сюда, они мне позвонили, у нас есть опыт помощи людям в подобных делах и из подобных заведений. Буду держать вас в курсе, что здесь происходит. Мы завели в обезьянник, они находятся там. Попытаюсь с ними сделать видео. Ну, в общем, вот так вот выглядит российская полиция.